price of retail for them. They haven't been installed, so be buying those. And yeah, odds and ends, it hasn't been glass. Broken windshield, you gotta change. Somebody broke it. In my defense, I didn't have phone numbers. We were trying to move it, and that was the problem. Anyway, that's it. It worked, but we'll see if you ever come back. We'll definitely leave it, so we're on pause for a week or two. And then like I said, if we get on parts, I want to just go, go, go on this thing until I'm sick of it. And before you know it, it'll be spring, and we'll be doing all sorts of other stupid things with stupid hot rods. Thanks for watching. Everyone on both Medicare and Medicaid, pay attention to this message. Are you tired of the increased cost of living? Are you uncomfortable with everyday items getting more and more expensive? What if I told you that there are additional benefits and additional savings available that can help? А Дашенька как ко мне запрыгнула на диван. Я лежу, балдею. Дашенька запрыгнула ко мне, бегает туда-сюда. Дашенька-то, оказывается, у нас попрыгунья-то еще та, да, Дашунька? Вот. Прям запрыгнула и все. Быстренько. А Шерочка смотрит. Я еще раз повторяю, да? Шерочка ни разу не обидела маленькую Дашеньку ни разу. Лапкой только трогает попку ее и все. Потихонечку. Сзади сидит и трогает попу. Ой. А Дашенька по мне ползает. Так уже она у нас к нам привыкла. Я раньше боялась, что она спрыгнет. Теперь не боюсь. Оп, прыгнула, побежала. Все, Шерочка. Шерочка. Я тебе шефство передала, иди, следи за Дашенькой. Наша Шерочка у нас все вот так вот сверху. Ой, какие хорошие у меня девочки. Тихие, маленькие, никуда не забегают. Знаете, как ее звать-то, Даша? Даша побежала в комнату, где у меня холсты. Так Шерри ее обогнала, встала и типа сказала, нет, туда нельзя. И Даша развернулась и пошла опять в другую сторону. Я вообще обалдела просто. Шерри ей сказала, наверное, туда только можно мне, тебе нельзя. Шерри, молодец ты у меня. Ты у меня еще та воспитательница. Ух! Как? Видите как? Забежала прячется, сейчас опять выбежит. Шерри не пойдет в клетку за ним. Ни за что. Шерри очень интеллигентна у меня. А видите, попрыгушки такие. Вот они целый день туда-сюда, туда-сюда. Забежит, выбежит, забежит, выбежит. Шерочка у меня умница. Я сначала еще побаивалась. Сейчас я с закрытыми глазами могу воспитание Шерри отдать. Вот опять, видите, бегали. Даша пришла пописать. А наша малышка Шерри ждет ее, когда она пописает. Даша такая умница, она все в туалетик бежит писать. Побегает, раз, Даша забегает, писает. Сейчас вон там сено, я думаю, ест. Там сено свеженькое. Каждый день она по чашечке съедает ее еды, кушает сено, пьет водичку, писает в туалет. Господи, я скажу Лиле, вы должны будете приносить нам хотя бы раз в месяц Дашу, хотя бы на пару дней. Потому что Шерри будет по ней скучать. Я вижу, как они утром, Шерри сидит у клетки и ждет, когда я выпущу Дашу. А Даша через клетку смотрит на Шерри. Вот они утром сидят и ждут, когда я выпущу погулять Дашу. И Даша выбегает, они начинают сразу друг друга нюхать и побежали. Вот так вот они у меня, такие две умницы. Дашенька, писунья маленькая. Дашулечка маленькая, беги быстрее погуляй. Дашенька такая умная девочка, такая милая, хорошая, прелесть просто. А ну вот посмотрите на эту милую киску. Разве видно по ней, что она кого-то хочет обидеть или съесть? Неа. Она кому ко мне направляется. Шерри, ты где? Шерри, ты куда пошла? Она вот лежит. Лежит, ждет очень терпеливо.
когда Дашенька выйдет. Видите? Очень интеллигентная киска. Все время дает privacy другим. Никогда никуда не лезет. Только мама ее все время тискает. Вот так вот. Шерочка, ну чего Даша-то? Даша не хочет, что ли, с тобой играть? Даша вон сидит в клетке. Шерочка пошла поужинать. Да. Дашенька, а ты чего? Чего же ты от Шери-то ушла, миленькая моя? Нагулялась, но они долго бегали. Наверное, Даша уже готова идти в спаленку отдыхать. Вот уж не надо ее не закрывать. Ну, на ночь закрываю, конечно. А так вот она у меня целый день туда-сюда, туда-сюда. Как маленькая собачка. Дашенька. Королева у нас ужинает. Я положила только что тоже ей свежей еды. Все, сидят. Ой, да чего хорошенькая ты, Дашенька? Как игрушечка. Никакого стресса, девочки, ни у кого нет. В нашем доме стрессов ни у кого не бывает. Только позитив. Только позитив. Так что не переживайте. Дашенька у нас в туалете лежит. Отдыхает в туалете. А чего ты хоть в туалете-то лежишь? У тебя там коврик такой чистенький. Такой хороший. Чудя моя милая. Да чего же она милая, господи. Носик-то у нее туда-сюда. Маленькая. Ну, у тебя у нее сено, кушать, яичко, все, все есть. Отдыхает она. Ой, отдыхает, глазоньки такие узенькие. Малышка, никто не мешает, даже дверь открыта. Шерри у нас там, вон, зайчишка, зайка серенький, под елочкой скакал, да? Шерри, у нас елку нам надо убирать, а ты только елкой заинтересовалась. Поздно, дорогая моя. Все. Все, нечего тут под елкой тебе делать. Я никогда ее под елкой не видела, это Даша ее приучила под елку. Но... Шерри, нет, уходи, выходи оттуда. Ты моя маленькая писюнечка, иди вози ты, менюсенька, ты хаюсия, иди вози ты, хаюсенькая Лиза. Что-то написала и там лежишь. Ну, раз удобно, пусть уже лежит, конечно, не буду переставлять ее. Ну, она не то, что написала, там, конечно, у нее проваливается через решеточку. Ну, вот балдеет. Дашенька! Дашенька! Да чего за ты хорошенькая засветка-то? Иди, маленький, да светочки мои. Иди, иди. Ну, не прыгай. Посиди со мной чуть-чуть. Оп, покушала? Перерывчик сделала, да? Девочки, ну что, вот окончательный результат. Вчера я вам показала, как я сделала как бы саму картину. Ну вот я добавляла сегодня, видите, вот эту надпись аж со штампом. Потом я сделала рамочки такими, знаете, с черным. Часы, которые мне Асната прислала, одни из часов, я сюда поместила. Я даже ей прислала фотографию, говорю, давай я тебе эту картину пришлю. Она ни в какую нет, и все, у меня некуда вешать. Говорит, я хочу, чтобы ты себе ее оставила. Напиши ее, что это от меня. Ну, в общем, картина эта мне теперь принадлежит. Повешу ее обязательно куда-нибудь. Скажите, как вам? Это город. Да, город. Кто-то сказал парусник. Ну, на парусник тоже похоже. А вот. И капельки красные добавляла, да, чуть-чуть вот здесь. И, значит, ну, вот так получилось. Получилось симпатично. А часы показывают без 5:12. То есть, если хотите, это наступление следующего года. Можно так сказать, эта картина называется. А может, наступление следующего дня? Кто как хочет. Все. Сделала утренний сок. Просто шикарный. Кто, вы думаете, у меня стоит за спиной и ждет? Просто как буфетный ход. I say you like a restaurant cat waiting for it. Yeah, мы так... А, еще ягодки, да, еще ягодки забыла.
ягодки. О, но лист, но гудси. О, я. Но надо. Фу. Сейчас мы выпьем сок и потом будем пить это лекарство. Ира сказала, совсем на голодный желудок нельзя, поэтому вот сок попьем. И... Now, after that, we have to drink that medicine. Oh. Yeah. Give it a few minutes. Yeah. Боже мой, это просто эликсир здоровья. Сейчас мне опять напишут, надо сок разбавлять с водой. Но мы его не пьем каждый день, честно вам скажу. Вот где-нибудь, может, 3 раза в неделю я делаю сок такой. Ох, ох, ну, доливай до конца. Ну, нельзя оставлять даже глотка волшебного эликсира. Look, baby, it's perfect. Cheers. Cheers. To good health. Yeah, за хорошее здоровье. И всем вам тоже за хорошее здоровье. Is it tasty? Боже, какая вкуснятина. Винсент кладет в свой сок еще cayenne pepper. Видите, размешивает. Put for me too. Sure? Little bit, yes. Очень такой он остренький. I don't want a lot, but... Yeah, why would you go to cayenne pepper with a wet spoon? It's no, I always do. God. Прям с мокрой ложкой полез. Look, of course it is. No, it isn't. The stuff sticks to it. Mm-hmm. Ну все, за ваше здоровье. Да, остренький, так пожигает немножко в горле, но это очень хорошо. Ой, как хорошо начинать утро с прекрасного сока. Что я туда добавила? Значит, у меня там свекла, сельдерей, лимон, морковь. 4 ингредиента.